у тебя спрашиваю, потому что я не знаю. Не бойся, ничего не случилось. Все живы, ничего не случилось. Вот так бывает, блядь. Ты ебись. Ох, как. Ох, ты ебаный, ты папуас, блядь. Твою мать, ты смотри, что. Тихо. Это он как так? Ничего, надо помогать, блин. Охренеть! Охренеть! Пипец! Это, походу, ромашка тушит. Сейчас все это исправлю. Смотри, как Чамач наказал этого на Хундае Ваську. Пиздец, надо это видеть. Ебанутые, блядь. Что там? Ну вот это есть. На еще на, раз. На, на. Приезжайте в Москву, вы что слышите первое, что я... Эх, вы, блядь, долбоёбки! Между прочим, ты могла бы объявлять это вот этим омерзительным голосом. Ёбнусь быстрее. Нифига себе, мам, тут авария прям перед нами была. Ой, кошмар какой. Прям как занесло машину-то. Прям ее крутануло 360 градусов. Тихо, стоп. Спокойно, подтягивайся. Тихо. Есть. Опа. Первый попал. Давай, вправо. Тихо, спокойно, объезжай. Гнал, козел. Саня, папа тебе ответил.
трансить можно. Вот козел он. 001 мм. А как это не так, а? Офигеть. И еще удрал. 001 мм. 001 мм. 001. Dann leuchtet heiß aus dem Versteck die Flamme aus dem Schenkeleck. Вот, смотри, 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 смотри. Что? Ой, 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 что он делал-то? Ну ладно.